Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. И вот с сегодняшнего дня мы будем снимать ролики, будем готовить, но постараемся мы готовить для себя по-новому. Мы пересмотрели свое питание и начали с Юрой считать калории, то, что мы съедаем за день. Этот ролик, он не является учебным. Сегодня я буду готовить два стейка на обед. Как я буду их готовить, я вам сейчас покажу. Мы очень хорошо относимся к соевому соусу. Вот я наливаю сюда 4 столовые ложки. И это у меня будет маринад для лосося моего и 1 чайная ложечка сахара. Я это все перемешиваю. Нужно, чтобы сахар хорошо разошелся. Это все очень быстро на самом деле. Ну, буквально тут минутки 2 и сахар растворился. И мне нужно их положить в этот соус, чтобы они 20 минут помариновались с одной и с другой стороны, и я буду переворачивать. Вот так я буду делать. 20 минут они должны полежать. Я поставила сковороду, побрызгаю немного масла. Вот у меня 2 стейка лосося. Кладу на сковороду. И обжариваю с каждой стороны минут по 5, по 6. 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой. Накрываем крышкой, плиту выключаем. На умеренном огне обжариваем. И вот мой обед. У меня 250 грамм перловки. И вот этот стейк из лосося. Ну что, ребятки, ем эту пищу. Конечно, с жирной ее не сравнить. Она, может быть, не такая вкусная, но зато я уверен, она очень полезная. Вот мы уже примерно неделю питаемся, следим за калориями. Я вам скажу, самочувствие намного улучшилось. Я не хочу сказать, что там мне легче стало, в смысле, вес там уменьшился сильно или еще что-то. Но само самочувствие, само желание жить стало больше. Поэтому будем питаться с вами вместе, показывать.